Согласно нашим подсчетам, в 2018 году было выпущено в отечественный кинопрокат свыше 20 комедийных картин казахстанского производства. Большая часть из них оказалась коммерчески успешной. Но 2019 год обещает удивить зрителей новыми жанрами и экспериментальными фильмами. И будет это в руках молодого поколения. Подробности в следующем материале. В 2019 году, похоже, типичные комедии о казахских тоях и об отношениях невестки со свекровью отойдут на второй план. На их место придут новые жанры, и, наконец, в казахстанском кинематографе будет настоящая конкуренция, что, в свою очередь, поднимет киноиндустрию на новый уровень. Доказательство этому приведем вам примеры. С начала года в прокате появились детективная драма «Досье Тамады», приключенческий фильм «Путешественник», мотивационная картина «Карта мечты» и криминальная комедия «Кино по понятиям». Что же нас ждет еще? Я думаю, 2019 год для нашей индустрии будет просто бомба. Потому что наряду безумное количество картин, безумно талантливых режиссеров, безумно талантливых актеров, Казахстан в этом году кайфанет. Ну, я надеюсь, что наша киноиндустрия разбавится каким-то жанром, кроме комедии. Комедия – это замечательно, это позитив, развлечение для людей. Ну, хотелось бы видеть какие-то более серьезные фильмы тоже. Я бы хотел, чтобы вышел какой-нибудь хороший триллер. И какая-нибудь социальная драма, прям такая сильная, чтобы аж плакали, как в дорамах бывают же, корейские, прям чтобы, ох. Ну, я просто сам хочу сняться, и поэтому. Я думаю, что с каждым годом у нас все больше и больше хорошего кино становится. И этот год должен быть насыщен просто огромным количеством кино. Даже если это будут комедии, но они же будут качественные. Ну, я так думаю. Стоит отметить, что в киноиндустрии нашей страны молодых специалистов с каждым днем становится все больше. И самые смелые среди них экспериментируют с жанрами и преследуют по большей части творческие цели, нежели коммерческие. Кто-то же должен открывать их, правильно? Если это не я сделал, значит, кто-то другой сделает. Ну, я сделал сегодня ужасы, завтра сделаем вот молодежную мотивацию. За нами пойдут следующие, может быть, более качественно будут делать. Это же классно. Просто я тоже смотрю, какие фильмы снимаются, кто снимает. И я думаю, да, молодежные. Просто у нас многие ребята, они уезжают в Америку, там учатся, и потом приезжают сюда и что-то делают круто. Это классно. Что ж, все еще впереди, и, возможно, все не так плохо в отечественном кино. Ведь с каждой новой премьерой поклонников казахстанских кинолент становится все больше. Гулейна Аксункар, Азамат Мадияр, Headliner.